Здравствуйте, дорогие друзья! Главные судьи Илья Шараги. Ну, я думаю, что, друзья, мы сейчас все есть на что обратить внимание. Попала шайба там в створ. Перекрывают. Череповецкие хоккеисты все пути. Шатайло! И шайба! В большинстве достаточно уверенно. Череповецкие хоккеисты все пути. Шатайло! И шайба! Один. Шайбу помочь Чередниченко некому. Ну, конечно, перехват. Будет. Сейчас обмениваются команды штрафами. Егор Карев отправляется на скамейку штрафников. Другим коллегам по команде подсуетиться. Удаление будет сейчас. 2 минуты сахалинцы в меньшинстве. Филипп Кнау. А на льду оказывается возможности, которые позволяет выйти вперед. Ой, какая шайба! Какой гол от Александра Миргорода! Правильная позиция. Позволила просто перенаправить шайбу в ворота, поменять ее траекторию. Преимущество наши гости. Смотрите, как стоял Миргород практически, ну, открытый просто для передачи. Ну что ж, и вот она быстрая вторая шайба, комбинационный хоккей. Выиграли. Позволяет ловить себя на контратаках. Бросок, еще бросок, ой-ой-ой, Кнауп там хорошо орудовал клюшка. Выводят сахалинцы шайбу из своей зоны. Капа вылетела или потасовка? Прямо возле борта сахалинских акул потасовка. Марышев тут против Пославского. Прям Дэнни Элабиев. Да-да-да-да-да, нужно остановить. Это Фолькина. Выяснить отношения, ну и будут, конечно, удаления. Девятый номер. Пицца в зоне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подшивало в 66-й номер. Амонова, Роденко, некуда бросить, очень плотный трафик перед воротами. Сбоку, шайба заброшена, что скажет судья перед воротами. Сбоку, шайба заброшена, что скажет судья. Кнауп, Кнауп на Черниченко, но не использовать эти возможности, и причем делать вот такие ошибки. И получать шайбу, получается, просто наказание. Наказание вот за такие детские ошибки затем. Вот, пожалуйста. Пославский. И Прохор Корбит. Сделал все верно, очередная потасовка, Корбит. Бежит разнимать, да. Будучи в большинстве. Но сетовать на это уже мы не будем, что проблем нет. Пятая шайба. Открыл глаза. Еще раз. Вот на Фолькина передача. И спокойно с Веремейчиком Фолькин расправился. На центр. И перехват! Нет слов. Я не могу подобрать. Белов. Сам не бросает. Белов. Шайба есть. Миниханов. И обратите внимание опять на... Вот передача от Белова на Миниханова. Миниханов. Куда-то. Знаете, никогда уже говорил о том, что... Есть все возможности и все шансы у акул. И получаем седьмую шайбу в свои ворота. Давид Карапитрис всю площадку.
убежал, видно. Они, если я все правильно увидел, Западновский Акулы в полном составе уже играет. Бондаренко не получилось пробить. Какими тайм-ауты, обязательно вас информируем. Корбит! Сахалинцы защищались жестко, в воротах оказался Александр Агапов. Этого еще интереснее. Ну а мы продолжаем. Миргород! Миргород от синий! Вот это... И это... Обратную связь. Спасибо большое за то, что были вместе с нами на этой трансляции. Завтра занимайтесь хоккеем, болейте.